товары из интернет-магазинов, личная корреспонденция, посылки типа EMS, то есть те, которые должны доставляться в рекордно короткие сроки. Все это скапливается в таможне аэропорта Пулково. По словам руководства таможни, почта начала внезапно переадресовывать на них слишком большое количество посылок. Вместо обычных 4000 теперь в аэропорт на таможню присылают 8. 9 сотрудников таможни просто не справляются с работой. В результате люди неделями ждут своих посылок. С 1 июля текущего года, повторюсь, не уведомив нас, стало приходить значительно большее количество, а именно от 6 до 7 тысяч отправлений еженедельно. Естественно, вот это превышение несогласованное, оно повлекло за собой наступление вот такого количества остаточной почты. На разбирательство с петербургской таможней приехало руководство почты из Москвы, чтобы лично показать документы, где четко прописано, таможня о таком количестве почты была предупреждена заранее. Есть официальные письма о тех объемах, о которых мы говорили, там 3800 по ЕМС, 3800 по посольственной почте, нами было указано неоднократно. Да сам факт, то, что у нас на 2 недели замедляются посылки в новом созданном месте международного почтового обмена, мы уехали значительные средства для того, чтобы его сделать, для меня это нонсенс. Такой всплеск писем возник из-за того, что одно из отделений петербургской почты, которое раньше разбирало международную корреспонденцию, ушло на реконструкцию. Весь объем работы пришелся на Пулковскую таможню. Пока в ней работает недостаточно таможенников. И, по словам представителей Почты России, в среднем 300 петербуржцев каждый день не получают свои посылки вовремя.